Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Могли бы вы подсказать, почему бывший любовник удалил меня из Инстаграм и удалил номер телефона, при том, что я его не беспокоила, не смотрела его сторис и не звонила. В крайне наш разговор мне нагрубил и сказал, что я не заслуживаю такого отношения, что не заслуживаю такого отношения, больше не буду ему писать и звонить. Он сказал, что каждый понимает, как хочет. Знак вопроса. Спустя неделю отписался от меня в Инстаграм, что было сделано. Это было сделано, дабы привлечь внимание, или зачем? Ну, я думаю, что здесь, так же, как и во всех похожих вопросах, которые, к сожалению, задаются, я должен сказать главное, что психологи не обсуждают третьих лиц. Вот. Это является нарушением профессиональной этики. Если вы сами не знаете, почему человек, с которым извините меня за такую, может быть, прямоту и резкость, да, с которым вы спите, поступает по тому или иному, да откуда можем знать это мы, которого этого человека вообще даже не видели. Вот. То есть психологи занимаются вопросами людей, которые к ним обращаются в первую очередь, а не вопросами этих людей про других людей. Потому что это будет, ну, из серии поболтать, вот, ну просто поболтать, а психологи не про поболтать. С другой стороны, если вы спрашиваете, о том, ну вот, почему человек сделал то или другое, то, на мой взгляд, вы, получается, да как бы себе не верите. То есть вы же человека знаете, и вы знаете, что означает его поведение. Если вы не знаете это интеллектом, то есть у вас нет именно что знания, то вы можете это почувствовать. Вы можете как-то к этому отнестись. Вот. И это будет ровно тем ответом на ситуацию, которую вы описываете. Если вы не можете, если вы сомневаетесь, то вам в таком случае нужна помощь психолога. Вот. Чтобы помочь увидеть конфликт. А, вот.
Понимаете, да? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, за обратную связь по моему ответу. Буду благодарен. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!